Я очень щепетильно, очень внимательно отношусь к экологическим вопросам. И когда мне доложили, что тут дурно пахнет где-то, разборки были жестокие. Вот некоторые из членов правительства здесь находятся, не зная, что здесь происходит, ну, вы говорите, в интернете, потом помощник мне доложил, что здесь не все хорошо, разборки были жестокие. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Я ще одно питання журналіста утишилася ситуації у сільській господарці і докладній необхідності перегляду підходів до її ведення у сувязі з потепленням клімату. По словах Олександра Лукашенка, необхідно визначитися з культурами, які будуть посіяні на Гомельщині. Причому зробити це необхідно вже сьогодні. Сьогодні вже абсолютно понятно, особливо гомельчанам, що клімат різко змінився. Сьогодні вже ви живете в кліматичній зоні южнее Києва, як раніше було южнее Києва. Мы как раз сегодня обсуждали эту проблему с новым губернатором, и я его попросил до посевной кампании определиться, что вы будете возделывать, что вы будете высевать. Может быть, не везде, а это точно, зерновые культуры. У вас пшеница, ячмень, традиционная рожь. Ну, рожь вы уже, может, и не сеете много, вообще, наверное, уже не сеете больше в северных районах. Такая культура северная больше. Может быть, побольше кукурузы, хотя вы кукурузный край. Вам надо сегодня уже не думать, а брать то, что мы апробировали из сельхозкультур и возделывать здесь, в Гомельской области.